Пистолет страйкбольный Galaxy G22 Beretta 92 Mini. Производится в Тайване, калибр у нее 6 мм. Beretta 92 является боевым прототипом. Принцип действия спринговый или пружинный, источник энергии. Пружина, дульная энергия до 0,5 джоуля. Емкость магазина 8 пулек. Скорость выстрела от 60 до 69 метров в секунду. Что, хочу заметить, далеко неправда. Ну, в конце ролика мы обязательно из него постреляем, замерим скорость. Материал цинковый сплав и ABS пластик. Длина 150 мм, масса составляет 270 граммов. Комплектация предельно простая. Коробка, пистолет и инструкция. Какие задачи можно решить с помощью этого пистолета? Во-первых, он очень дешевый. Во-вторых, он очень простой и лучше всего подойдет либо начинающим стрелкам, либо в конце концов детям, потому что мощность здесь, скажем так, смешная. И это, наверное, самое лучшее и самое актуальное для него применение. Купить таких несколько, особенно если детей несколько, для того, чтобы они не скучали, раздать им, поставить им мишень или банку и пускай себе стреляют. Плюс, даже если этот пистолет схватит под выпавший взрослый, тоже ничего страшного не произойдет. Во-первых, он не сможет никому навредить, ну и плюс само качество изделия меня, если честно, порадовало. Даже в моей взрослой средней руке он сидит довольно-таки комфортно, и удовольствие стрельбы от него способен получить даже вполне себе взрослый человек. Такая вот у нас Beretta 92 Mini.